Точный и своевременно поставленный диагноз способен спасти человеку жизнь. Дельный совет, данный другом, изменить взгляды или пересмотреть отношения по тем или иным вопросам. Важно всегда иметь рядом еще одну, желательно профессиональную точку зрения. В современном сельском хозяйстве наивысших результатов добивается только тот, кто использует новейшие технологии, точные аналитические данные и накопленный опыт, оперативно принимает решения. Агромакс Консалтинг – программа поддержки и агротехнического сопровождения сельскохозяйственных предприятий, фермеров и простых садоводов, начиная с анализа воды, используемой для полива, и заканчивая производством индивидуальных составов удобрений. Качество и химический состав используемой воды существенно влияет на влагообеспеченность растения, ее пригодность для приготовления правильного рабочего раствора пестицидов и жидких удобрений, концентрация ионов водорода, жесткость воды, уровень pH и мутность воды. Все эти факторы влияют на засоление почв в прикорневой зоне и, как следствие, блокирование поступления элементов питания в растения, повышение осмотического давления в почвенном растворе. Итог – слаборазвитые и угнетенные растения. Большинство процессов, происходящих в почве, зависят от ее гранулометрического состава, а именно от соотношения песка, ила и глины. Разделение почвы на фракции предопределяет ее водный, воздушный, тепловой и минеральный режимы. Зная гранулометрию почвы и ее гидравлические характеристики, специалисты подбирают значения для оптимального влагообеспечения растений. Это влияет на интенсивность фотосинтеза и потенциальную урожайность. Обеспеченность почв основными элементами питания – важнейший фактор достижения планируемой урожайности и качества выращиваемой продукции. Определение агрохимического состава почв – обязательная процедура в современном земледелии. Гранулометрический и минеральный анализ почв, индивидуальные потребности сельскохозяйственной культуры являются основой для разработки системы полноценного питания выращиваемых культур. Листовая диагностика – мероприятие для определения содержания макро-, мезо- и микроэлементов в тканях самого растения. Данные, получаемые в ходе листовой диагностики, позволяют агрономам оперативно реагировать и вносить изменения в систему питания растений. На основе результатов анализа условий выращивания и индивидуальных потребностей культур специалисты-агрохимики создают индивидуальные составы питательных растворов и жидких хелатных удобрений, разрабатывают схемы применения удобрений для каждого этапа вегетации. Накопленный опыт, передовые технологии, новейшие научные исследования и точный экономический расчет – все это Агромакс Консалтинг. Комплексная программа разработки и создания систем питания сельскохозяйственных культур под ключ. Агромакс. Вместе мы можем большее.